очередной Stern Energy 1.0. Собирали его 2 года назад, и вот он к нам приехал опять в мастерскую. Собирали его мы, соответственно, здесь по втулкам все очень хорошо, передняя втулка крутится отлично, вообще проблем никаких нет. Задняя втулка, поскольку под трещотку пошел небольшой люфт, чуть-чуть подтянули. Втулки не перебирали, смазку не меняли, здесь все нормально. Слегка растянулись рубашки и тросики, пришлось подрезать и, соответственно, настроить и тормоза, и переключатели. И клиент захотел вот такие полноразмерные крылья. Черные крылья у нас закончились, поставили серебристые, смотрятся в целом очень даже неплохо. То есть совсем небольшое ТО, спустя 2 года после покупки. Монетки, вот эти вот пластмассы, уже, конечно, начинают подлюфтывать, потому что там внутри пластиковые шестеренки. То есть качество изготовления вот таких монеток шимановских не очень. Если покупаете велосипед с такими монетками, с пластиковыми рычагами, ну, имейте в виду, что все равно через 2-3 года они начнут постепенно разваливаться, в зависимости от интенсивности эксплуатации. А втулки, да, если с самого начала переберете, то они у вас не рассыпятся через 3 месяца, как обычно, а вот 2 года отъедет велосипед, и все будет достаточно хорошо. Каретка тоже живая, трансмиссия в целом, как вы видите, имеет износ процентов 50, но еще пока все живо. То есть велосипед еще пару лет отъездит до следующей переборки.